Привет, Европа! Hello, хваленая Европа! Тебя сегодня не узнать. Мигранты с Ближнего Востока тебя готовы разорвать. Еще вчера такое действо себе представить не могли, что чье-то наглое семейство придет качать права свои. Готовься, ты же гостеприимна, ты толерантна и честна. Не жди, что здесь любовь взаимна. Она расчетливо хитра. У них война, и все критично. Им правда некуда бежать. Не обижайся, им привычно свой путь локтями пробивать. А если надо будет подло устроить дьявольский теракт, поверь, всегда найдется тот, кто легко пойдет на этот шаг. Посеяв панику и хаос, ИГИЛ начнет торжествовать. Теперь им миссия досталась – повелевать и устрашать. За все вокруг лишь мы в ответе. Через каких-то 10 лет здесь будут тысячи мечетей. И все поймут – Европы нет, а есть другое государство, где европейцев не видать. И это райское пространство когда-то удалось отжать.